Всем доброго времени суток. 20-й, можно сказать, юбилейный выпуск журнала «Танк Т-72». Это уже практически третья часть танка нашего собрана. Учитывая, что в первых выпусках идет большее количество деталей, чем в последующих, то точно третья часть у нас уже имеется. Здесь мы будем устанавливать броневую панель моторного отсека. Пока посмотрим журнал. Значит, первая статья у нас «Танковое управляемое вооружение». Далее танки Т-37А. Статья «Неудачный дебют королевского тигра». Еще одна статья о подготовке поля для танкового сражения. И инструкция по сборке. Значит, у нас сама броневая панель, траки со штифтами и три винтика. Давайте их достанем и установим на корпус. Значит, вот как выглядит наша панель. Крепится она тремя винтами. Прикладываем ее к корпусу. И фиксируем винтиками. Вот что должно получиться. Что в следующем выпуске у нас механизм поворота башни и винты. Кроме того, это 20-й выпуск, а значит, это последний выпуск, который поместится в нашей папке. Давайте его сейчас сюда вложим. Наверное, проблематично мне будет достать фиксаторы. Последний журнал я здесь зафиксировал, это довольно проблематично сделать, так как уже мало места. Мало места в районе креплений, а на самом деле, сейчас как бы показать вам, на самом деле в папку, мне кажется, поместилась бы вся коллекция этих журналов. Так что не знаю, возможно, имеет смысл ее даже как-то доработать, но с другой стороны она станет у нас неподъемной. Ну а в целом так, конечно, наверное, будет удобно листать журналы в папке в дальнейшем. Такая у нас папка, кто не видел моих прошлых выпусков. Что ж, на этом все. Спасибо за просмотр и пока!